Ну что ж, пришла пора, дорогие девчата, ребята, сделать ему тушечку. Ну, примерно вот такую. Ну, ясно, не розовую. Возьмем сейчас градиент откуда-нибудь вот отсюда. Может быть, лучше ему сделать радиальный. Я даже не знаю. Как-то вот так. Ну, пусть пока будет, а там мы потом посмотрим, что нам нужно на самом деле. Пока так пускай будет. Ну, естественно, надо будет это дело обрезать. Мы сейчас выделим контур. Вот так. Скажем, шторинг C, шторинг V. Соединим теперь этот с этим, но этот надо вывести наверх, ребята. Ну-ка, монтаж на передний план, вот так, потому что верхний это отрежется, что нам и нужно. И скажем вот здесь, скажем, что минус верхний, вот так. Вот такая вот получилась пандочка. Но это еще не все. Надо здесь что-то сделать, пузико какое-то. Правда? Давайте сделаем опять же такое кругленькое пузико. Вот такое пузико. И сделаем ей этот. А градиент сделаем ей вот этот градиент. Во. И то же самое. Проведем ту же самую операцию. Возьмем этот Ctrl-C, Ctrl-V. Выведем ее в монтаж на передний план. Теперь выделим обе и скажем обрезать. Все. Вот это чудно. Сейчас чудно. Пока я еще не решил, что делать с лапами передними, я пока просто сейчас ослаблю этот градиентик, чтобы он не был сильно черный. Вот так где-то оставлю. Вот так он будет веселее смотреться. Хорошо. Так, и займемся сейчас вот этими лапками сначала. Возьмем. Сделаем новый слой. Сделаем такой продолговатый, я бы даже сказал. Повернем ее. Лапочку. Лохапочку. Вот так повернем. Ну. Я бы такой, что немножко бы расширил в этом плане лапы. Так. И вот так. И немножко согнуть. Ну-ка. Да, вот так вот. Сколько у него пальцев-то? Ну, мы сделаем 4. То есть я сейчас буду просто делать кругляшки. Один. Градиент я ему поменяю на линейный. Так. Вот, наверное. Но только я хочу, чтобы он сверху был. Да-да.
Может здесь переключиться? Да, так лучше. Здесь переключимся и все. И потянем его вниз. Вот, хорошо. Смотрим, нужно ли нам его повернуть. Ну, почему бы нет. Ну и теперь нам надо их штуки 4. Да. Раз. Переворачиваем. Чуть меньше делаем. И ставим. 2. Третий сделаем. Вообще, вы замечали, что в мультиках, там у всех персонажей по 4 пальца, не по 5, а по 4. Ну, не считая те, которые, ну, прям вот такие реалистичные. То есть, я сейчас посмотрю, если мне помешает этот палец сильно, то я его просто-напросто уберу. Так, вот. Ну нет, мне не мешает. Так, так. О, это много. Сейчас мне мешает просмотр вот это быстрое направляющее. И выравнивание по точкам мне тоже не нужно. Вообще ничего не нужно, ни быстрых направляющих, ни выравнивать по точкам. Не надо, чтобы просто я нормально делал. Вот такая лапка. Ага. Чудненькая лапка. Хорошо. Дальше продолжаем. Так, и все-таки один я убрал. Пальчик. Мне показалось, перебор был. Так, теперь здесь сделаем такую плюшечку. Так, и назначим ей вот этот градиент. Еще лучше вот этот. И со всех сторон, со всех сторон. Ну да. Ну это много. Чуть-чуть еще. Ну это много. Ну вот так. То есть вот такую пяточку ему сделать. Хорошо. Ну и вот тут я бы тоже так, такие мелкие сделал. То есть я сейчас возьму Ctrl-C, Ctrl-V. F, я все время говорю V, когда это F, а по-английски это совсем другая буква. Так, вот я сейчас вот здесь сделаю. Так, хорошо, но. Но ничего не но, все нормально. Сюда. Вот он сюда. И сюда. Только это поменьше. Только это поменьше. И это чуть-чуть поменьше. Тогда у нас будет все, ребята, прекрасненько. Отличная лапка, ребята. Отлично. Так. Можем попробовать еще сюда маленько подвинуть. Это сюда. Так. Это тоже подвинуть, ближе к пяточке чуть-чуть вытянуть. Ну что ж, лапочка хорошая получилась, чудненькая. Сейчас мы ее выберем. Так. Этот закроем. Угу. А лапочку выберем. Так, стоит ли побольше сделать? Да, наверное, стоит. Чуть-чуть больше. Хе-хе. Так, а это поменьше.
Это все такое, ребята, индивидуальное очень. И вообще он косолапый должен быть, по идее. Чуть-чуть его сделаем сейчас косолапым. Так. Ну, еще раз. А этот сюда подвинем. Вот. Вот оно что. Вот, помните, Винни-Пух? Точно такой же. И здесь. Воспользуемся этой функцией. И тоже чуть-чуть мы ее помним. Все. Я думаю, что эта лапка очень хорошая. Там себя не похвалишь. Так, ну давайте мы ее теперь соберем в один объект. То же самое зажмем. Alt, Shift. Далее трансформировать. Зеркальное отражение. Вертикали. Окей. И подальше, 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 подальше. Где должно быть у нас? Вот тут. Чудно. Теперь надо думать с лапками, что делать. Так, ну давайте теперь сделаем сердечко, как обычным образом. Так, вот сюда его поставим. Я поместил его ниже ножек, чтобы ножки вышли у вас. Ну, не надо градацию делать, как хотите. Так, градация, где у нас тут градиент? Опа, он зацепил следующую ножку еще. Это нам не надо. Нам нужен только это. Так, ну-ка. Вот так сделаем, да. И теперь градиент, если мы потянем сюда, да, тянется хорошо. Это убираем. Это ставим сюда. Это тоже. Так, две красных. Хорошо. Может быть, а может не очень. Так, это делаем черным. Пум-пум-пум. Ну, это перебор, конечно. Находим более мягкий вот этот цвет. Это выбрасываем. Сюда его. Так. Можем немножко размягчить, наверное. Так, ну-ка, 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 не спешим. Вот так где-то. И все равно, мне кажется, он еще темноватый. Вот так. Вот так. И теперь мы можем еще переместить вот этот градиентик наверх. Вот так. О! Да когда же я отвыкну от этого? Есть. Ну, теперь надо сделать лапки здесь, наложить его. Я вот думаю, только, может быть, тоже еще все-таки светлее. Выбросим. Может быть, все-таки светлее сделать чуть-чуть. Этот убрать. А этот сюда. То есть вот таким образом, да? Чтобы, ну, не сильно. Вот так. Вот так.
И этот можно посветлее сделать красный. Только выделить надо, естественно. Посветлее сейчас сделаем. Вот. Так он будет веселее, эта штука. Ну и надо опять же делать лапки, ребят. Я попробую сейчас сделать лапки таким образом. Я возьму сюда сверху. Нет, нет, нет. Я возьму сверху сейчас кружочек. Вот так как-то. Но градиент, конечно, не нужен мне этот, это понятно. Возьмем вот этот или вот этот. Наверное, этот возьмем. Так, и с помощью чуть-чуть моего лапочки сделаем немножечко по-другому и развернем. Так, хорошо. И надо маленькие теперь сделать ножки. Слишком получились ножки большие. Так, как это у нас сердце одно. Вот я его закрою сейчас. А-а, не закрывается. Назад. Оно вот тут, что ли, дублируется или что? Нет, все правильно, вот это. То есть нужно только вот это закрыть, это открыть. Так, и аккуратненько так это. Сейчас выбрать только вот эти дела и сгруппировать их. Мне ребята показалось, что все-таки я сделал большие. Вот что-то мне показалось, что я сделал их большие. Так, теперь сгруппируем. И чуть меньше делаем. Вот так. Вот, а то прям, ну, грубое слишком. Так, опять. Надо было группировать их. Shift, 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 shift. Отодвигаем. Оп, попались. Отодвигаем. Не все выделили, но ничего страшного. Так. Вот так, подушечки сюда немножко. Вниз. Того требует. Это мы удаляем. Это нам ничего не нужно. Так, хорошо. Теперь я вот смотрю, нужен ли нам этот реализм. Может быть, все-таки убрать этот реализм, а сделать лапочку круглой. Уж я чувствую, что-то здесь не то и что-то здесь не так. Пускай это будет так. Ведь она, если что, должна загибаться вот в этом месте, а не в этом.
Ну, я говорю, что-то мне этот реализм не по душе пришелся. Ну, иллюстратор такая вещь, всегда можно что-то поправить. И вниз ее. Хорошо. Так, теперь откроем сердечко. Я тут вижу, что, может быть, его немножечко следует поднять. Лапу объект разгруппировать. И теперь еще раз его сгруппировать. Вот так. Все. Вот. Так, сюда его. И копируем с помощью Alt-а. Теперь мы ее трансформируем. Зеркальное отражение. Все так. И двигаем туда, куда нам нужно. Давай. Вот здесь оно будет как раз там, где нужно. Отлично. Так, ну что ж, эта лапка хорошая, это тоже нормально. Теперь нам надо здесь, я не знаю. Ладно, сейчас попробуем, ребят, девчата. Я возьму тоже маленькие эти кружочки и сделаю такие лапулечки. Раз, два. Тоже один побольше. Это лишнее. Так, и это сюда. Когти нам ему не нужны, наверное. Но как-то смотрится диковато, вообще-то, я вам скажу. Так. Я подумаю сейчас. Так, ну вот так получилось. Сейчас я редактирование, трансформирование, зеркальное отражение, вертикаль, окей. Можем даже немножко по-другому перевернуть, вот так, ну, чтобы не совсем точно это было. Вот так, вот, хорошо. Единственное, ребята, с сердцем придется сейчас поработать. Что-то оно мне не совсем нравится.